В Беларуси планируется разработать программу развития конкуренции на 5 лет. Об этом шел разговор сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Для этого создана рабочая группа, куда вошли и чиновники, и представители бизнеса. Суть программы, чтобы развитие конкуренции стало приоритетом всех органов власти. На это обратил внимание глава ведомства Владимир Колтович во время своего доклада. Обсуждены порядок взаимодействия с местными органами власти, с госорганами в соответствии с нашим новым функционалом. В этой связи планируется изменение положения о МАРТ, положение структуры МАРТ, развитие конкуренции и на этом этапе, как основная задача, увеличение количества субъектов хозяйствования, то есть увеличение концентрации, то есть увеличение создания рабочих мест. Это тоже задача, которая направлена на достижение данного параметра. Я думаю, что очень многое зависит от того, как государственные органы и бизнес сработают вместе. Также на коллегии разговор шел о выполнении антиинфляционной программы, дедоларизации экономики страны, обеспечении стабильности на потребительском рынке.